Шахматы очень интересные, и это намного интереснее, чем, например, прыгать через голову, хотя это тоже здорово. У любителей шахмат в Анапе наконец-то появилось место, где долгими зимними вечерами можно поразмышлять о пользе гимнастики ума, а главное – поиграть. На перекрестке улиц Ивана Голубца и Крепостной открылся клуб «Море шахмат». Василий Александрович Швец, мэр города, дал поручение, чтобы у нас на территории города курорта возобновил свою работу именно шахматный клуб. Да? Мы знаем, что в каждой практически школе у нас работает шахматное отделение нашей детской и юношеской спортивной школы по шахматам. Но взрослым, ну, по большому счету, собираться играть было негде. Добро пожаловать к нам, приходите играть в шахматы, давайте быть вместе умнее. Люди обращались с просьбой организовать какую-то точку притяжения шахматной, чтобы жизнь развивалась в нашем городе. Вот и сегодня мы этим присутствуем на открытии. Дальше в планах также развитие и летнего варианта, также прилегающая территория в сквере Гудовича, чтобы организовать, есть планы там сделать летние столики для игры в шахматы. Зимний вариант шахматной гостиной находится в здании бывшего бювета. Там сделали ремонт, и в теплом и уютном помещении удалось разместить сразу 8 столов. Шахматы в Анапе, они давно имеют большой приоритет, высокий. И, естественно, многие шахматисты ждали это событие знаменательное, появление вот этого прекрасного небольшого здания. Многие теперь смогут приходить, участвовать в соревнованиях. Много гроссмейстеров в разных городах – Сочи, Туапсе, Новороссийск. Мы немножко отстали в связи с тем, что у нас не было шахматного клуба и постоянно не проводились квалификационные турниры. Организаторы шахматного клуба обещают, сейчас место и время найдутся для всех. Там будут рады и опытным игрокам, и начинающим, и тем, кто хочет научиться азам древней игры. Ну и на более агрессивная – это сицилианская защита. Сюда взятие, сюда. И так далее. Алексей Девейкин, Роман Беркалиев, Анапа регион.